Тут у нас поролон 22-36 плотность. Тут у нас плотность 33-40. Обе СТ-шки. На лицевую сторону я взяла поплотнее, потому что это часть, на которую все-таки будет находиться хоть какая-то нагрузка, приходится нагрузка. Вот, сзади у нас будет просто красивой стене. Поэтому назад нам не нужна такая плотность, чтобы она прям удерживала хоть что-то из нагрузки. Вот, нанесли клей на эту сторону, на эту, причем на грани, что с лицевой, что с внутренней стороны. Далее подождем, когда клей не будет к нам сильно вот так вот прилипать. То есть тут у меня уже достаточно так подсохло, и я могу начинать. Берем прям кончик к кончику, прислонили, просто нажимаем, и они сходятся. Вот, поджали, склеили. Далее в любую сторону, куда вам удобнее. Поднажали внутрь, склеили. И так до конца. Аккуратненько, медленно, никуда не торопимся. Подклеили. Сверху то же самое. Поднажали, подклеили. То есть клей не будет оставаться у вас на руках. То есть вот видно, да, чистые руки. Потому что надо просто подождать. Что с индексом, что с этим клеем. Неважно. Все. И пошли по всем сторонам. Что касается выкройки на изголовье, то, казалось бы, чего тут сложного. Мы возьмем просто прямой угол, его прострочим, его отстрочим, натянем, и будет красиво. Фиг. Спанбонд 70 плотности. И халкон или холстон. Нет, даже не халкон, не холстон. Что-то типа синтепона 200-ки. Вот мы заворачиваем наш уголок. И натягиваем просто, который сшит у нас под 90 градусов. Смотрим, что получается. Вот такая пипка некрасивая у нас появляется. То есть даже если я со всей силы натяну и туда, и сюда, и вот так вот, вот видно, да, то есть, может быть, и вот этого не будет, но все равно тут пустота прям прилично, сантиметра 3-4. Вот, возвращаемся к нашим выкройкам. Что я для начала сделала? Я сделала отступ, как я делаю на подушке. Я взяла по 3 сантиметра и вывела до 11 сантиметров сначала просто сюда. Ну, как я вот на подушке делаю, у меня тут шаблончик есть, я решила повторить. Мало ли что, там уголочек маленький, аккуратненький, и может быть даже и пройдет эта фишка, но нет. Этот вариант был слишком ужасен, я его даже не стала снимать. Я думаю, хорошо, я уберу, вот видно, да, вот этот коротенький шовчик. Сейчас я покажу. То есть вот там прям был вот этот короткий шов, вот здесь вот он заканчивался. Я его увеличила. Думаю, ну ладно, если тебе не нравится короткий, ты стал такой некрасивый, я тебя увеличу хотя бы там до 20 сантиметров, да? Вот я отрезала. Даже не 20, до 16 сантиметров. То есть у меня от угла, вот я сюда прямую провела, здесь у меня 16 сантиметров. Думаю, ну, может быть, тебе хватит. Но нет, этого тоже не хватило. Плюс еще появились вот такие, сейчас я вам покажу. Вот этот образец я сейчас отстрочу. Я его спорола, чтобы показать вам, что я здесь уже пыталась что-то делать. Сейчас я его отстрочу и покажу, как он выглядит на изголовье. Вот наш второй образец, который у меня здесь идет удлинение на 16 сантиметров. Сейчас мы его наденем и посмотрим, что же у нас получается. То есть вот тут мы убрали 3 сантиметра от угла от 90 градусов. Тут я сделала скос 16 сантиметров, то есть у меня здесь точка, а здесь идет прямая. И смотрите, что получается. Вам видно вот это вот? Вот эту часть, да, что она идет на увеличение, то есть она здесь низенькая, а здесь она пошла выше в гору. И это будет заметно в любом случае. То есть вот я сейчас натягиваю ту часть, которая ближе к центру, но мы все равно видим вот эту вот, я не знаю, как ее назвать, не матершина.
Я не знаю, правда. Придумайте сами название. То есть она и вверх, и вниз идет вот эта вот загибулина некрасивая. Это, если вам нравится такой эффект, пожалуйста, оставляйте. И вы, возможно, подумаете, ну ты просто удлини вот это расстояние, да, сделай не 16, сделай 20. Так я и 20 делал, не помогает. То есть у тебя в любом случае хоть где будет вот эта вот выемка проступать. И что я сделала? Я просто сделала на вот этой детали, я отшила новую. И вместо того, чтобы здесь сделать прямую, я здесь сделала дугой. Вот прям дугой. Я не знаю, насколько сейчас это будет видно. Вот этот отрезок с этого кусочка. То есть здесь я сделала дугой. А здесь я решила для проверочки, то есть вот у меня здесь 20 сантиметров, сделать по прямой. И мы даже сейчас видим, что вот эта соска, она уже опять появляется. Вот это вот. А здесь плавный такой скос. Сейчас мы опять возвращаемся на изголовье и смотрим разницу, если сделать закругление легкое и сделать просто скос на удлинение. Вот наша последняя, третья выкройка. Здесь у нас идет дуга. Видно дугу. А здесь просто удлинение. Надеваем. Так, секундочку. Сейчас я ее поднатяну. И что мы видим? Сверху у нас красивая, практически ровная полоса. А снизу опять видно эту соску. Я не знаю, как вам ее показать. Но мне она прям отчетливо видна даже отсюда. Да вот, блин, ее видно. Вот она, вот здесь. А здесь уже идет как ровная полоса. Я не знаю магию этого физического свойства, но тем не менее, полукруг нас спас. Итого, у нас из угла 90 градусов получилась вот такая выкройка. Вот эта часть неверная, а вот эта верхняя, она верная. И по ней мы будем делать. Возможно, даже я здесь делаю не вот эти 20 сантиметров, да, то есть я как сделала, просто от угла 3 сантиметра отступила, и я вот от краешка вот этого, где-то вот от этого краешка, и до конца провела линию и отшила ее. На отстрочке кажется, что это меньше, потому что ее приубавила при отстрочке. На самом деле, вот, то есть от угла, вот здесь от угла и до сюда я проводила вот это расстояние. Возможно, я сделала 25 сантиметров, ну, чтобы прям еще плавнее это было, и также плавненький скос я здесь делаю. Вот это неверно, просто по прямой у вас не получится. Но если вам нравится эффект вот этой вот соски, пожалуйста, делайте. Если нет, то вот.
Thank you.